чемпионка России 2012-2013 годов, действующая чемпионка Европы и победительница финала Гран-при текущего сезона Елизавета Туктамышева. Уж сколько говорили, что Болеро после Костнер брать задача не самая благодарная, но Туктамышева полностью развеяла все сомнения. Рискует, рискует Лиза, и смотрите, что у нее получается. Какой она, пятой, шестой женщиной в мире становится, кто приземляет этот сложнейший прыжок на соревнованиях, да еще на чемпионате мира. И Луц еще не вставляла в нынешнем сезоне в каскад, во всяком случае, в короткий, Лиза. Да, по-моему, вообще в короткую. В основном два тулупа, Ридгер и Аксель 2,5. Что творит Туктамышева? Каскад. Во второй части программы еще стоят два тройных тулупа. Ох, догоняйте Елизавету техникой. Чистый изумруд. Смотрите на оценку за технику. Елизавета Туктамышева. И где, и когда на чемпионате мира в короткой программе устанавливает какое-то совершенно феноменальное достижение. Я сейчас навскидку не помню и так по-быстрому найти не могу, но буду благодарен, если подскажете. Что там с мировым рекордом-то за короткую женщину? До этого проката Лиза, невозможно представить, даже 70 за короткую не имела никогда. В этом сезоне постоянно 68-68, 67-69 поставили вот на Европе. И смотрите, что вытворяет Туктамышева. Это фантастика. Вот он главный приз короткой программы. Судьи за Аксель.